Из-за непрерывного дождя в Атырау подтопило около 50 частных домов. Сейчас спасатели и представители коммунальных служб подкачивают там воду. К слову, в областном центре нет системы дренажа сточных вод, поэтому ежегодно страдают здания, расположенные в низинах. Также со вчерашнего дня в центре Атырау ливневыми водами залиты 8 улиц и дворы двух школ. Пострадавших нет, но жители переживают, что влага повредит дома. Одна машина к нам может сделать только 1-2 рейса. Мы к 5 утра едем на автобазу, чтобы встать в очередь, но дежурные машины уже на выезде. Каждая должна откачать воду по 3 адресам. Со вчерашнего дня установлены мотопомпы, насосные станции, спецтехника, 300 тысяч кубов откачанной воды. Задействовано 36 единиц техники.